Первая группа – 34 адвоката, большинство из Мариуполя. Среди них и выпускники Мариупольского государственного университета. Валерий Цолан 10 лет назад решил посвятить себя адвокатуре. Юридическое образование, оно необходимо. Просто без... Это как своего рода доктор по праву. Только надо постоянно повышать свою квалификацию, потому что постоянно изменения. То есть рассчитывать на то, что у тебя на базе высшего образования этого достаточно – недостаточно. То есть надо учиться. Каждому адвокату за год нужно набрать 10 зачетных баллов. Это контролируется Национальной ассоциацией адвокатов Украины. До открытия курсов на базе МГУ адвокатам Мариуполя нужно было ездить на однодневные семинары в другие города. В Мариуполе значительное также количество вынужденных переселенцев и людей, которые нуждаются именно в помощи, в бесплатной помощи, в качественной помощи юридической. Лекции читали преподаватели МГУ и судьи апелляционного суда Донецкой области. Программа была разработана профессором университета Борисом Свирским и одобрена Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Курсы рассчитаны на 24 часа, то есть адвокаты получили 24 зачетных балла. Это очень удобно, то есть адвокаты получают знания по всем изменениям в законодательстве. Второе, очень удобно не тратить свои денежные средства, которые в 2-3 раза дороже, чем сегодня. Второй набор адвокатов на курсы повышения квалификации на базе МГУ состоится в феврале следующего года. Такие курсы будут работать на постоянной основе. Уже есть желающие, которые будут посещать эти курсы и будут читать лекции нашим слушателям, в том числе и ведущим преподавателям Национальной академии адвокатуры Украины. Валентина Чурикова, Артем Коробецкий. Информационная программа «Зеркало».